Отдам в хорошие руки. Здравствуйте, я по объявлению. Это вы отдаете сердце в хорошие руки? Я. БУ? Да. Оно любило 3 года одного человека. Ну, 3 года эксплуатации — это довольно большой срок. А почему отдаете? Его прошлый владелец обращался с сердцем не по назначению. Он его ломал, резал, играл с ним, вонзал в него острые предметы. Сердце болело, кровоточило, но по-прежнему выполняло свою основную функцию. Любила его. И однажды тот, кому оно принадлежало, разбил его. Как разбил? А вы в ремонте были? Что вам сказали? Восстановлению не подлежит.